Хай, друзья, с вами Стивпро, и сегодня мы покажем мутант креатуры с мод для Майнкрафта Backstation. По установке данного мода в нашем мире появляются настоящие мутированные монстры. Этот мод почти целиком порт с ПК-версии Майнкрафта, но, к сожалению, здесь не будет тех оружий, которые были на ПК. Ну что ж, первым мутантом у нас будет мутант Крипер, да. Что ж, давайте заспавним где-то здесь, он очень большой. Вот так у нас выглядит. Да, довольно прикольная текстура, но иногда его текстура может пропадать. Да. Вот такой у нас крипер, и когда вы будете бить, у вас будет ошибка, да. На самом деле ошибки не должно быть, но когда вы бьете, с него выпадают такие маленькие криперы, которые довольно сильно взрываются. Так, крипер, ты что, упоролся? Что ты делаешь? Эй, прекрати. Ну, по звуку вы слышите, что это обычный паук, замененный на такую текстуру, но все же довольно прикольная текстура. Давайте их уберем, чтобы они нам не мешали. Дальше у нас идет мутированный эндерман. Вот, и когда вы будете бить, он будет вас телепортировать. Да, довольно прикольная штука, но не всегда он будет телепортироваться. Иногда он будет сам телепортироваться. И что это? Что это? Почему у него в животе эндерман? Что это такое было? Давайте уберем эту лаву. Вот. Вот, вы, наверное, вы еще не видели. Блин, ну, повернись, ну. Вот его голова. Да, я не знаю, почему у него торчит эндерман в животе. Ну, сейчас вроде ушли. Вот, и когда он будет телепортироваться, рядом с ним будут телепортироваться вот такие еще его помощники, можно сказать, тоже миньоны. Вот, ну что ж, последним мутантом у нас остался мутант-скелет, который здесь очень классно сделан. Просто очень классная текстура, но почему, дружок, у тебя торчит стрела из... и лук из ноги, да, довольно странно. Куда ты побежал? Эй, куда ты бежишь? Нет, на волю тебе не надо, ты сгоришь. Нет, честно говорю... Смотрите, как он вытянул шею, да. Просто прикольная текстура. Да, текстура целиком была портирована с ПК-версии Майнкрафта. Вот здесь такие маленькие скелетики, которые вы можете убить, да. К сожалению, после своей смерти он оставляет вот таких своих друзей. Ну, давайте я заспавню вам всех этих мутантов еще раз. Так, вот крипер. Эндерман, привет. И скелет, которого мы недавно видели. Ну что ж, и также здесь есть еще один мутант, но он очень странный. Это мутант-зомби. Почему он странный? Потому что у него очень сильно баганная текстура. Наверное, вы хотите его посмотреть. И сейчас я вам покажу, что это за мутант. У него просто реально багнутая текстура. Надеюсь, в скором времени его исправят. И, кстати, все яйца спавна находятся именно в этом разделе. Да, это зомби. Но у него, к сожалению, очень-очень баганная... Так, куда пошел? Куда пошел? Скелет, уйди. Ну все. Вот. Ну, мод довольно прикольный. Вот. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.